Чувашия в контексте всей страны. Внешние связи, экономическое и культурное взаимодействие, активная работа с федеральными министерствами. О работе полномочного представительства республики при президенте России отчитался Леонид Волков. Сейчас уже трудно представить, что когда-то такой структуры не было. Полномочное представительство в Москве стало важной составляющей серьезной работы с федеральными органами государственной власти, администрацией президента страны, Государственной думой и Советом Федерации. Полпредство – незаменимый помощник в решении очень важных для республики проблем. Налаживание контактов на федеральном уровне оборачивается для Чувашии солидной бюджетной прибавкой. Республика активно участвует в реализации различных целевых программ. Каждая встреча, будь то дни Чувашии в Совете Федерации или презентация республики в иностранных посольствах, нацелена на результат. Представительство осуществляло ежедневный мониторинг обращений в адрес федеральных органов исполнительной власти. Следующее направление – это участие в совещаниях в администрации президента, в аппарате правительства, в федеральных министерствах и ведомствах по вопросам содействия органам государственной власти Чувашской республики. Следующее направление деятельности представительства – это меры по повышению инвестиционной привлекательности Чувашской республики. Надо отметить, что представительство принимает активное участие в разных конференциях с докладами, в том числе и на английском языке, целью продвижения Чувашской республики в инвестиционном пространстве. Только за последний год с докладами представители полномочного представительства выступали на таких серьезных мероприятиях, как первый международный форум по иностранным инвестициям, форум крупного бизнеса, эксперт-400, Гайдаровский форум, ну и так далее. Надо отметить, что в рамках первого московского международного форума по иностранным инвестициям была отдельная презентация Чувашской республики получасовая, и честь выступить на первом международном инвестиционном форуме было предоставлено только трем субъектам. Это Калужская область, Волгоградская область и Чувашская республика. За три года подписано немало соглашений о сотрудничестве в различных сферах – экономике, торговле, науке и культуре. Чувашия активно взаимодействует с мэрией Москвы. Ярмарки сельхозпродукции, спектакли и концерты в столичном доме национальностей, праздник Агадуй – все это стало уже доброй традицией. Полпредство объединило под своей крышей национальные культурные центры, военно-патриотические организации. Их движущей силой стали наши земляки, давно живущие в Москве. Здесь открыли даже школу по обучению родному языку. А совсем скоро, в апреле, на базе представительства заработает Чувашский информационно-культурный центр. Анна Луценко, Маргарита Гартфельдер, Евгений Анисимов, Республика.